Всем привет! В этом видео мы сделаем очередной тест моей сборки, которая на процессоре 2620 V3. Это самый дешевый процессор линейки V3, 6 ядер, 12 потоков. На данном комплекте у нас 16 гигабайт оперативной памяти, процессор 2620, как я уже говорил, и самая-самая бюджетная материнская плата. Чтобы вам для сравнения посмотреть, что же можно купить за эти деньги. Многие говорят, зачем брать это барахло, можно купить в магазине что-нибудь на 10100, 10400. Вот вам для примера, что в DNS сейчас процессор 10100, 4 ядра, стоит 7000. Тут вы покупаете целиком сборку за 7000, уже с оперативной памятью и процессором. Многие говорят, что данные процессоры совсем ни на что не годны. Действительно, я не рекомендую брать данные процессоры, потому что достаточно переплатить 100-150 рублей, можно взять 2640, либо 2650 и так далее. То есть это будет более осознанно. Но данную сборку я брал для того, чтобы ее просто протестить и посмотреть, на что способен самый простой и самый дешевый процессор, который, как видите, стоит всего 397 рублей. Будем его тестить в игре Doom Eternal. Сейчас запустим видео и посмотрим. Против всех нечестивцев рода людского. В настоящий момент захватчики контролируют почти 2/3 планеты. Мы запеленговали жреца преисподней. Цель помечена. Не ликвидирован. Темп вторжения сократился на 36,8%. Осталось еще два жреца.